Так, ой. Ой. Что это вот такое? Шлагбаум. Так, ну его надо обойти. Я вот только что что-то было. Погодите, кто-то там бегает. Ой. О, блин. Ты кто? А, это ты что ли? О, здорово. Как дела? Ты что тут? А ты зачем сюда приехал? Я вот застроил материал. Ничего себе, ты здесь живешь? Тут же заброшено. Но я сюда приехал вообще. Чё? Да просто все уехали, военкомат их нашел. Понял. Ну ладно, я вообще сейчас с Афанасии приехал сюда, потому что, блин, я, чтобы найти строймагазин, материалы, какой-нибудь магазин, чтобы найти. Нет, но, но мы можем тут, не знаю, можем их найти как-нибудь где-нибудь. Можем тут есть, просто тут один месяц только живу. Понял, а я только что приехал прям. Это что за знак? А, у меня, подожди, у меня что, камера включена? Я не понял, это... И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ликс, ребята. И сегодня я приехал вот сюда. Итак, я сейчас хочу просто найти магазин, и тут встретил бац своего друга. Ну ладно, давай покажи мне, куда... Как тут что идти? Тут вообще что-нибудь свободное есть, где можно передохнуть? Давай я тебе сначала тут экскурсию покажу. Давай. Я целых два месяца... Короче, у нас тут куча дач. Тут у нас можно бесплатно брать фрукты. Картошечку, апельсинчики. Круто. А я вот за два месяца успел гражданство сделать и найти, обменять деньги последние свои. Это что? Это бытовые? Это бытовые техники? Нет, тут это магазин техники простой. Тут у нас житель что-то делает. Тут у нас работать его еще мой. Он это, короче, он ветеран, ему на войну не надо. Понял. Ну ладно. Это что за почтовый ящик? Так, дача номер 10. Это что? Это тут, короче, ничейная дача. Короче, две камеры, тут ютуберы раньше жили. Понял. Это что, зоомагазин? Я накопил кучу денег, чтобы купить потом эту дачу. Понял, а у меня... Понял, круто, а у меня... А я, знаешь, у меня тоже есть деньги, я последние все свои деньги... У меня было 3 стака изумруда, их последние все это я обменял. Ой, не 3 стака изумруда, а у меня был 1 стак изумруда, я обменял это на все, на вот эти вот L деньги. Так, давай посмотрим, что тут есть. Я, возможно, скоро уеду за строймагазином. Так, ребята, вы не забудьте подписаться. Это, возможно, и для вас тоже как экскурсия. Давай посмотрим, что где мне можно жить. Это ничейный, да мы тут военкомат забрал жителей этих домов. Короче, это, у меня есть тут ненужный домик, типа... Вот, там есть, кстати... Давай-ка... Мне вот этот домик понравился. А мне этот дом понравился. Там это моя дача, это не мой домик, ничейный, он мне не нужен. Там есть это сундучок с материалами, которые можно обустроить этот домик. Понял. Сейчас посмотрим. Идем, заходи. Это что за сундук? Вот, так, да, блин, очень огромный сундук. Давай я возьму вещи отсюда. А мы сейчас еще принесли свою экскурсию по моему уже дому, основному. Окей. Так, подожди, теперь мне нужно, надо вот так сделать это все. Так. Куда это ставить? Вот сюда, да? Окей, сейчас, подожди, кухонный кран. Это куда ставить-то мне? А че он не ставится? Thank you.
Отлично. Но подожди, я не хочу, чтобы ванна была рядом с туалетом. Вот здесь тогда разделение для туалета, ладно. А для ванны чё? Так что сундучок давай в другое место поставлю. Блин, у меня есть, конечно, есть связи, но строительские, но они сейчас заняты. Пока что я кухонный кран вот так поставлю. Пока что он не нужен. Пускай так стоит. Мне нужны строительские связи, но они пока что заняты. Там своими проектами. Ага. Короче, надо пока ложиться спать. Я хотел. О, короче, про это. Я тебе завтра покажу свой дом. Окей, давай. Сейчас лягу спать. Алло, просыпайся. Что там? Где я? Где вы? Кто? Что за... Ой, подожди. А, точно! Утро же! Надо помыться. Так, подожди. Так. О, помылся. Ой, блин, точно. Хорошо, что я сытый. Так, да, давай. Так, что теперь? Моя старшая сестра всегда это... Спишь долго. Да, что-то я сплю долго. Ну ладно, что давай будем делать? Ты что-то хотел показать? Я хочу слушать по моему дому, как я и говорил. Вот. У меня тут есть спальня. Круто. Да, у меня тут есть такой столик, есть гардеробная. Кухни нет, потому что не поместилось. Тут у меня туалет. Понял, это круто. Кстати, это... Да. Я хотел купить себе дом. И там он очень большой, и там, думаю, мы сможем вместе жить. Давай, и где он? Сначала надо его купить. И у кого купим? Я откладывал один год на него деньги. Это целый стак вот таких вот денег. Понял. Давай тогда куда идти? Так, сначала давай кого? Давай, пошли. Мне надо тут грязно, чуть воняет. Понял. Ну ладно, давай. Вот, сюда зайти. Ай, блин. Да. Окей. Так. Вот. Такое. Это тут тюрьма для тех, кто не выплачивает налоги. Понял. Так. Короче, держите деньги. А, да, можете взять ключ вот это в сундучке. Вот. Взял? Ключ оставить. Номер 10. Ага, понял. Давай идем. Пошли тогда. Купим эту дачу. Я все уже купил. Ай, точно не купим, а пойдем откроем ее. Где она? Вот она. Сейчас я вставлю ключик. Ба, все, я открыл. Ух ты, как тут клево! Тут есть запасы еды, тут есть аквариум, тут есть это. Тут можно посидеть, телевизор посмотреть, тут есть раковина. Ох, блин, это просто шикарно. Это шикарно выглядит. Тут есть две как его... Кровати. А тут так. У меня это туалет. Где? Комнатки. Это вот. Будет наш туалет. Потому что... Ну, ой. Правда, маленький он, но ничего. Ну, ладно. Потом что-то нужно будет с этим делать. Кстати, у меня вот тут вот есть вот магазин техники. Как я говорил, это там бытовуха, всякое такое. Давай посмотрим, что тут. Ух ты, а тут клёвая бытовуха это. Не нравится. Мне нравится бытовая техника. Надо стащить. Ладно, шутка. Да. Это мы смотрели. Это магазин техники. А, пойдем к нему. Мы тут были. У меня есть отношения. Так. Давай что-нибудь купим тут. Давай, например, давай вот эти два монитора. И два вот этих вот компьютера. Вот эти два монитора. И вот эти вот. Вот этот и вот этот компьютер. Так, подожди, стой. Давай спросим. А, извините, сколько стоит? Стоит 15 000 рублей. Понял, сейчас попробую. Вот 5 000 рублей, 10 000 рублей, 15 000 рублей. Вот, держите.
15 000 рублей, да? Вот, держите вам. Вот, 5 000 рублей, 10 000 рублей и 15 000 рублей. И с вас тоже. И с вас тоже, да. Так. Ты оплатил уже? Я ему дал одну 5 000 рублей. 5 000 рублей одну. Он сказал же 15 000 рублей это с обоих. Ну тогда держи. Все, тогда пошли. Ты ему уже 15 000 дал, да? Я ему тоже 15 000 дал. А, вот, пошли. Давай, куда? Нам на дачу. Точно. Okay. Давай идем сюда, да? Ух, как классно тут. Давай. Так, ну, в принципе, можем это расставлять. Что? А, да, так, точно. Давай-ка я вот это поставлю. Нужно... Не, подожди. Значит, он не помещается. Сейчас я тут... У меня тут есть запасы досок. Вот, вот так вот. Точно, они будут к салонам. Вот раз. Нет, убери, убери. Ага. Так, дай-ка мне. Хорошо, давай. Сейчас у меня еще где-то валялись сейчас стульчики, типа. Где? Сейчас где-то у меня они были. Это я. Так. Куда ушел-то? Это они тут вставляли, я их тут вставляла на двор, рекам этим. Да где ты? Давай, возьми. Так, тут два красных стульчика. Так, надо его подождать. А вот ты здесь, да, уже идем. Заходим. Ага. Так. Тут ну, прям свет перед глазами. Вот ты мне какой пока? Ты красный? Да. Боже. Чё? Скинь-ка мне пока. А у меня нету. У меня нет пока. Мне тогда придется уже сейчас лечь спать. А точнее, сейчас я по геолокации найду. Сейчас по геолокации мне надо будет найти ближайшие стройматериалы, а потом купить их и все. Вот так. Ближайшие магазины. Так. Нет, ты можешь по доставку заказать. Вместе. Так. Че, реально тут можно доставку делать на этот... на материалы. Да. Окей, сейчас. Так. Enter. Ближайшая доставка находится от 100 метров от вас. Так, ну-ка. Что еще там есть? Магазин под названием Flowers Lation Station. Так. Чё? Да! Нет, тут доставкой нельзя. Тут только оплата наличной. И только забрать можно. Вот тут написано. Так что придется идти. Так что придется идти. Давай, ложись спать. Ой. Так, что, где я? Ты что? Ты что такое? Кто ты? Куда меня заносят? Ой! Алло, блин, просыпайся! Ой, блин. Что это такое? Мне подожди, надо умыться. Так, подожди. Во! Все. Так, срочно, все! Нужно бежать! Нужно идти на вот это место вот. Как там стройматериал, магазин? Сказано было 100 метров отсюда. Я здесь строительские. Сейчас я им позвоню. Может, они свободны. Так, алло. Короче, братан, это моему другу тут надо это стройматериалы срочно. Так, ты свободен? Да, прекрасно. Можешь мне спокойно сделать по-братски? А, все, нормально. Когда приедешь вечером? Ну, ладно. Так. Ой, я созвонился с ним. Так, понял. Отлично, хорошо, что созвонился. Вечером приедет? Ну ладно, это уже хорошо. Если вечером... Бесплатно даже? Короче, ладно. Надо пойти просто. Так. У нас сейчас. Двое слишком долго делают ходулки. Да. Стоп, мне звонят. Стоп. Да, алло. Давай, приезжай в деревню уже. Ты купил там стройматериалы? Да, купил.
Так, все, ну тогда ты можешь приезжать в деревню, чтобы нам получилось сделать что-то. Мы будем строить, хорошо, что ты купил. Только аккуратней их подвези. Хорошо? Я буду где-то через... 30 минут я уже уеду. Хорошо. Через сколько примерно ты приедешь? А вот приеду я через 6 часов. Но тронусь через 30 минут. Хорошо. А может быть твой друг этот сможет? У меня поездка у меня платная. Где-то 3000 рублей. Так, ну ладно, 3000, ну ничего страшного, я согласен. Подожди. 1000, 2000, 3000. Так, ладно. Так, да, ну чё? По пути мы там домой. Ну да, да, конечно, мне по пути. Вот чертовщина, дождь начался. Давай, короче, я только за 3000 рублей могу. Извини. Бесплатную именно поездку не могу. Ну ладно, хорошо. Давай прям так. Ну все, давай, садись в машину. Уезжаем. И они уехали. И вот так мы увидели все за полчаса с чем-то. Мы увидели, как Ликс встретил своего часто встречаемого друга Владимира. И чудом он оказался и даже здесь. Если вам смешно, напишите хэштег Владимир здесь. Ну вот такой был сериал. А точнее, короткометражка под названием «Стройматериалы». Надеюсь, вам все это понравилось. Всем удачи. Пока.